ничего. Чекаю еще раз. Таня, чего не хватает? Как есть на тебе? 29 минут. Ай, дай ему каску. Ты слепой, каска на тебе есть. Алло, ты что? 6 минут, он хочет, видимо, на 30. Дай ему каску, пусть успокоится. Слава Богу. Я бы после босса дала. Чек. Все, пойдемте моба заливать. Ну ты помрешь, скорее всего. Так что... Первый стан дает Аня, второй стан даю я защитнику. Я ему дизарм, если что, дам. Ребятки, в комнате, пожалуйста, аккуратненько. Надо было Пашу, чтобы отправить, чтобы подкидывал. Что-то я тупанула, ладно. Завоеватель, не бейте, не бейте, не бейте, не бейте. Его нужно будет взять контроль. Не бейте, все хорошо. Прось, можешь ничего не делать, просто стой с ним. Сейчас я попробую. Хилить тебя. А видишь, хилиться хорошо. А чё, изи мод? Да-да-да, обычный режим. Жалко, у него обилки не работают. И скоро защитник. Пититесь в комнате, у вас 1 минута 40 секунд. Так и зимон же. Ну, я и говорю, у вас 1 минута 30 секунд. Вам нужно как можно медленнее там находиться. А, мы уже почти убили, сейчас мы успеем. Контроль сейчас падет. Переконтроливай. Не бейте. Сейчас меточку дам. Меточку не бейте. Надо было... О, нового взял. Ну хорошо, заливайте. О, перепок можно убивать. Блин, сейчас я фокус возьму. Во. Здесь у вас 1 минута. Уже все. Не трогайте только Торим. Пойдите, не спускайте, ни в коем случае вообще в таргет его не берите. Будет, остаешься там наверху, по команде будешь спускать. Да я пешком иду вообще. Иди пешком. Сейчас контроль спадет через 10 секунд. Вы убейте только моба, не зацепите его. Нужно будет переконтролить. Макс, что-то не бить. Все спрыгнули? Нет, там Войт остался. А, о, вижу. Ребят, 5 секунд, вот этот трэш заливаем, будешь спускать. Так, а это, а когда будут всё, молнии, вдруг спускай, я попаду, попадаю? Расходитесь. Ну, ты же можешь им управлять, бегай. Я имею в виду себя. Тебя. В смысле, твоего персонажа, который... Ничего, да, ничего страшного. Да, да. Ничего страшного. А, ну... Так, мне эти молнии. Выбираю. Вы главное наверное, стойте рост, в нем. Чтобы быстрее. Просто дай рост, чтобы быстрее убить, чтобы молнии меньше было. Сейчас переконтроливать буду. Все только во время этого. Бери быстрее. Быстрее. Аура проворства висит? Висит, вижу. Давайте быстрее. Так и не дали, ладно, доливайте. Все, хорошо. Так. У нас тренечка есть, шейка. Хорошие шмотки с Торима всегда падают. Хороший там лут. Не, а нет. Голова зато красивая. На друге. А, я ж тебе и сказала, что мы делаем обычный режим.
А, ну да, там же шея Тальгери падает, аха. А тринкет надо посмотреть. Из гермодов выпадают рецепты иногда. Торима? Да со всех боссов могут выпасть. Он с Фреми там почти стопроцентный дроп, если зергом убивать. Короче, с хранителей со всех. Вот теперь, пока она у тебя не останется на 30 секундах, я тебе ее в принципе не дам. Я, кстати, Ань, 30 секунд, Каска, да ж, ладно. Ой, Паш, сделаем обязательно мы эту, блин, зерганем. Я просто, правда, мне уже Кензи жалко. Короче, ребят, смотрите, нам придется заливать весь трэш вместе с этими, с деревьями. Видите, стража-плёточника? Что мы делаем? Беру руку? Да. Кенджи, смотри, если я тебе вырубку сделаю, ты в следующий рейд не пойдешь, получишь. Да, хламоботов не пойдешь делать, там магом или хантом. Да. Тебе весь трэш собирайте. Позовите на хламоботов внутри, там топов каких-нибудь. А когда вы будете в десятке делать хламоботов? Он войду на. У меня все ачивы есть. Это не мне надо. А десятки вы будете делать? Видимо, да. Позовете меня, если я буду выходная? Угу. Я на Халисе последняя осталась. Ну хотя, блин, навряд ли я буду, потому что я работаю с субботы, воскресенье, понедельник, вторник. Ребята, подождите, давайте боссу сразу вот это... Сметочку дам. А куда вы? Вот сзади, сзади звездочка стоит. Где? Все уж. Аня пошла. Сильно не бейте, у него 1,4 миллиона все. Че, нам его стоп. На фул надо залить? Нам его на фул. Стоп каст. Нам его на фул. Ты не понял, а чива вырубка это с трэшем, ты че? Все понял, сори. Ну что делать? Паша, мана есть вырубку? Как это делать? С этих трех дураков там? Нет, нужно дождаться. Два пока. Да, да, да. Извиняюсь, что я сегодня вообще слабовато. Стражи поклеточника. Знаете, почему я люблю ЗДК играть? Вот это вот притяжка всяких командиров и вот это вот как. Вот развлекуха, да? У вас всегда так в Dark Souls'ах развлекаются? Я не знаю, кто там развлекается, но я один, походу, так развлекаюсь. А можно было и ту отчего сделать. Только долго это все и вообще водить этих деревьев через вайп. Нафиг мне ход. И так время много уж потратили. Согласен. Там Рега на БГ пошла. Ты походу Жене понравилась, видишь, как он идет к тебе с каской. Ань, дай каску. Ань, мне тоже потом. А нет, мне не надо, мне дала. Эти мне сразу дала, а вам нет. Трэшек не обязательно, пойдемте туда чистить. Сейчас, пошлите. Куда?
А чё бой? Не знаю, у меня тоже бой. Я тут бой, а это у вас что-то бой. Сзади, ребята. Так, ребят, смотрите, так как мы делаем вырубку, сейчас собираемся Господи, что со мной, блядь? Короче, собираемся все перед боссом. Смотрите, в чем заключается суть ачива. Нам нужно дождаться определенного вида трэша. Три моба такие, то есть там будет цветочек, какой-то водянистый такой человечек, чубрик. И еще кто-то там третий. В общем, их будет. Тут есть стражи-плеточники, есть большое дерево, а есть вот эти три моба. То есть вот там какой-то воздушный, водный. В общем, я вам покажу, как только они войдут. Короче, ребят. Ребят, смотрите, одевайте все там. Мы поняли, что мы ничего не поняли. Одевайте на инту, бой будет очень длинный. Короче, смотрите. Аня будет сидеть на. Аня будет сидеть на боссе, наверное. Да, ну вы чего? Начинаем. Давай, херач, Аня. Блин! Да не надо объяснять, да, всё, просто ждем всех и все. Ребят, смотрите, весь трэш. Вот они вышли. Забирайте. Давай, забирайте. Забирай, вот, забирай. Забирай. Кто забрал? Кто забрал? Бейте их. Не бейте их. Не бейте. Держи, Аня, ты красава, всё получается. Да. Все, не бейте, не бейте. Да, только тебя может откинуть, я не знаю, как. Кто-то что-то откидывает. Здорово. О, живи. Не трать ману. Встань спиной к дереву, вообще заебись будет. Молодцы, конечно, у меня 7 каманы 10, спасибо, Паш. Суть ачивы, короче, вылезут опять же пак, такие же точно мобы, и надо 6, сука. Давай. Полетит всех одновременно, я сейчас объясню. Потому не бить их вообще. Не опускается у босса, не надо бить сейчас. Просто косты сбивает, а так и бей. Сейчас либо... Идем. Сейчас очередной трэш выйдет. Ане нужно забрать всех шестерых. Вам нужно будет их подбить. То есть там Паше, возможно, Старфол нужно будет дать. Этих заливайте. Заливайте точечно. Ребят, только точечно. Массой не бить. Точников точечно. Не, еще взрываются. Не взрываются и наносят урон, поэтому точечно. Они фризятся, фриз просто снова действует. И кто знает, какой радиус взрыва у них. Понятия. А то я что-то видел. Аня. Все, забрала. Эти последнего. Ждем следующий трэш. Хоть флешками похили. Как там летается? Видишь, в чем проблема? Сейчас мобы у нее слиты сильно. Много хп сносится. Нормально, нормально. Че? Нам сейчас выйдет. Дерево заливайте. Иду под гриб. Под гриб идите. Интересно, а и можно как-то хп отрегенить? Следующих трех придется ждать. Грибочки навассало. Нет, нельзя.
просто тех аккуратно надо будет подбить. Потом учите у нее все убедить. Анька, ты. Не убивайте пока. Тут долго посмотрим. Да я их не бью. А чего они падают? Печать, Ань, переключи на хилку, печать бьет. Может. Если кто-то бил тех мобов, то их не надо бить. Их никто не бил, это они моими, наверное, этими скиллами. Ну так не может только отражаться. Да все, их не бей больше. Сейчас повезет или не повезет. Блять. Грибочки идти. Поморфи. Вот это взрывной пёточник. Это то. Блин, да, сейчас один умрет точно. Ну, Аня умрет сейчас. Да не умрет, ты чё, смотри, у них там, блядь, сколько? 30% хп, ты про чё? Он никак не умрет. Просто его убить нельзя, не бей ничем там, Аня, просто стой, они же на тебе висят. А я, по-твоему, что делаю? Все, чё она паникует? Никто мог... Это Юля, не это нет. Сейчас вылезут либо мел, либо эти дурки. Я попробую как-нибудь забрать, сейчас давайте, может быть, как-то вот так оттянемся, чтобы мы видели четко, где мобы. Вот они. Это, ребята, никто не бьет, Мор, их не бей. Бьет только Паша и блять, этот Сипсонликс. Ну ебана в рот. Ребята, подбивайте всех шестерых, нужно довести до определенного хп, лоу хп, а потом дать старфол и все массы. Господи. Вот, забирай, я мастал там забираю, что мне что-то делать приходится. Я понял, но я не так хотел, я хотел, чтобы они возле меня стояли. И хотя одновременно. Чих-чих-чих. Ну ты понимаешь, что мне дома башни будет? На уешь. Просто снова в них. Лег. Давайте, быстрее, 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 быстрее. А? Побейте босса. Там что-нибудь рост, да? Хуйня, чипа. Пусть ноль же там делает, да? Идется. Вынужден. Ой, да там делать нечего. Босса, бейте босса. Че? Ну да, нету рецепта с обычного ну, режима. Да. Ребят, у кого нет алхимии, не ните этот ларчик, пожалуйста. Он же передается. Ну он передается, но открыть ты его не сможешь без алхимии. А будущее вдруг алхимию кто-то пошнет. Кто слышал? Я ж тебе сказала, что дам каску, когда у тебя останется 30 секунд. Искра воображения, портуйтесь, ребят, сейчас страж бить не надо, сразу портуют. Ой, вот я не знала, есть. Уже поздно. Не ебашь, знаешь, тогда поздно. Наверное, я не портанусь, да? Вы чё там, блядь, гоните, что ли? Это, давайте пожарного заебись, а чего? Она же изи, пиздец. Да, изи, но я не хочу забагать, мало ли что. Он же не багается сейчас, кстати, дело не... Багает, да, конечно. Вот мы ходили с Хексом в пятку забагали. Хекс вы. Да, изи, я тоже водила, тоже забагали. Хватит обзывать Хекса. Нет. Да все, ничего он не нуб. Вот я его только могу обзывать. Ребят, мы тут трэш добьем. Бля, я так умру. Минус Евгений. Плюс по хильке. Вы же шаман там. Каску бафы стоят, короче. Одна стоит, танчит, второй разлегся, короче, у нее под ногами каску просит. Он специально, походу, делал их с меня таунтил, Юль. Кто? Женя?
Короче, да не знаю. А, пишет мне, ну я написал туда, вот ЦВК соберемся вагончиками там, ну типа на сложных боссов, там на нормальных. Пишет в ПМ, короче. Ты что-то писал, Слава, добрый день. Зашел в ВК, ты там написал возможность вагона мне. Шепчет такой. Три одетые уже КД. Заебись. А сколько напишу одетых осталось без КД? Стойтесь. Вставай, там за бафем. Бегите в искру воображения. Так, ребят, конечно же, никакого пожарника мы делать не будем. Постараемся сделать без смертей Мимирона в обычном режиме. Я спекаю, да? Да. А, по минам тоже старайтесь не скакать. Может, сможем сделать и то, и другое одновременно. То есть в обычном режиме сделать без смертей и эти, как, чего-то с бомбами. Не мозг атакует или что-то такое. Поэтому, как только будет, ребятушки, ну да, как только будет шоковый удар, ребятки, бегите, пожалуйста, не по минам. Либо, Аня, нажми бамбл и пробегись по всем сразу. Смотрите, ребят, пока боя нет, ставлю рыбку. А есть те, кто не знает тактику? Если нету, мы просто, я быстренько забафаемся, чекну и погоним. Все знают, как старые задроты собрались. Назначать никого конкретно я не буду, будьте благоразумны и заливайте, пожалуйста, все три части одновременно. Красава. Пристабав. Да там тупо звездопад даешь. Декамор там, рассекающий по всем трем частям сразу херачит. Паша, у шамана, видимо, будет бой, дай, пожалуйста, энергии. Нет, у нее бой. Кушать, сейчас, секунду, подождите, ребят, одну секунду нету, буквально. У тебя и у меня есть. На бой, тут, ну, и хилить ничего не надо. Короче, го. Но. Го? Тих, нет, не го. Вы знаете, что я записываю? Fire Snow. Кто там еще? Аня. Аня тут? О, господи. Тактика, тактика. Где тактика? Почему нет тактики? Олежа, а ты не знаешь тактику, что? Что, я побежал кнопочку нажимать? Надо. Нет. Нажимай. Аня, Аня. А кто бы шаг крутит? Чардж БЭш покинуть тело. Блин, короче, я бафнула, и у меня бой повесился. Ребята, точнее, Аня. Чё, все готовы жать? Нет, Аня, нажимаю. Нет. Без кнопки. А, да, да, Аня, запускайте, запускайте. Запускайте. Всё, нажимаем. Дай каску. Каску, я перед тобой прыгаю. Дай каску. Это не подходите в Мелизону, не подходите аккуратно. Морг, Аня, все там по минам, не ходите. Блядь, я так все забыл. Ладно. Ребят, смотрите, с меточкой не заслакайте, скоро шоковый удар, готовимся. И прекратите флудить, заебали. Беги, малыш, вы отбежали все, быстро, кыш оттуда. Я под бабом хлопнула, ребят. Худец. Ребят, с метками, пожалуйста, не заслакайте вот с этими красными. Мало ли ракета прилетит в жопу. А то плохо, да. Плохо, человека ваншотнет и без смертей не получится. А мы что делаем, без смертей? Да. Ну, тогда стопу давай не получится. Не хватит каркать. Тут пожарник выйдет делает. Вертей. Как мы, да? Вертей над мозг. Переключаемся в ДБ. Ребята, вливаем. Чуть... Да ты заткнешься, нет! В тело вливаем. В тело вливаем как можно больше, чтобы до обстрела перевести. Зера КД, мы не успеем. Успеем. Полетела ракета. На меня кинулась. Ё-моё, не успел под ракету. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, куда же я дел? Вы вливайте, ребят.
тебя сейчас что подогревают? По какому базаре ты уже пол хп снести, блядь. Трэша, походу, не было. Ну, вон уже столбы появились, всё, посмотрим. А трэш, никого чтоб не убило. Все, ребят, он собирается в робота. Заливайте штурмового, пока он не собрался, чтобы штурмовой никого не убил. Ребят, смотрите. А что я хотел сказать? Я не помню, ладно. Про мины. Будет обстрел, а потом шоковый, и все будет. Про мины, если честно, ничего не хотела сказать, я что-то другое хотела. Нет, постараемся до обстрела. Мины, ладно. Постараемся до обстрела, роста нет, поэтому бурстите там копии, хуёпи. Давайте. Не двигайтесь в милизоне вообще, понятно? Не двигайтесь, по минам не ходите. Все, стойте, бейте. Телу больше. Ребят, телу боль, по телу больше чуть-чуть. В тело переключитесь, один РТД, который бьет голову. За меточками внимательно следим. У меня кинулось. Давайте. Ну, еще немножечко. О, мне тоже. Поздравляю. Дали. Прикольно. Надмозг не сделали, да? Как не сделали? Не вижу. У всех была тема. Была? Боже мой. Да. Я там потом под конец зашла в этот в милизону, хотела из жадности забрать себе извечки, а то у меня было извечек. Может быть, я наступила на мину, не знаю. В ХМ режиме выпали бы. Чё, выпали бы извечки? Да. И в обычном режиме падают. Куда портоваться-то? Валившиеся налево. Да. Остались самые простые боссы. Сделали слезы, критическую массу, вообще красавчики. Слезы. А что не сделать? Ну какой-то нуб упал всегда. 10 человек. Блин, давайте быстрее кушать охоту. Аня, спасибо, Войт. Что? Я в ретрике. Думала, ты там? Нет. Я так и понял. Ты чего не останешь? Ты просто тяни фобию, не будем хэм режим. Хэм режим вообще для нубов. Долго это все. Ты тяни фобию сделаем. На рейнджи Слипс Онликс, Бендер, Фаер Сноу, Кенджи. Юля, аж можно покурить? Конечно. Спасибо. Можно? Стеку. Бендер, не потеряй меня, пожалуйста. Че не поняла, Олежа, что тебе надо? Тактика. Тактика, галактика. Сейчас расскажу. Не тактика, летит черная шадоубол. Половить, правильно? Отходишь от него и все. Короче, смотри, кидаются две метки. То есть одна такая черная копье.
Его нужно отбегать в сторону. И вторая, это такой луч зеленый, метка безликого. С ней нужно отбегать назад. А если ты отбежишь на это вот на копье назад, оно тебя в любом случае догонит, как бы ты там блинковался, не блинковался. То есть там пару шажков в сторону сделаешь, там, ну, на метров 5, предположим, и все. То есть копье бахается рядом с тобой, тебя не откидывает. А вот с меткой безликого нужно отбежать как можно дальше назад. Чем дальше ты отбежал, тем меньше хп босса ты восстановил. Сагри две кучки, давайте аккуратно, не авкашьте, потому что там и морг ушел, но ему здесь трэш бить не надо, поэтому он курить пошел. Хиливайте хорошо. О, ты вниз что ли прыгнула? Я нечаянно. И ты тоже, вижу. Угу. Залежь маленько потом. Маны нет сейчас. Шамана. Панечку выпьем. Прикольная рефлекс на огне. Ты трэш пока рисую, не огрите пока. Ясно. Лимон, хили резну. Агро, где агро? Где было агро? А тебе. Так, ребят, отпивайте ману на фул. На ренже сейчас еще расскажу, кто. Кенджи, Файр, Сноу, Слепсон, Лекс и Бендер. Все остальные идут в милизону. Все-все, едва хила. Аня, можешь в ретрика. Сейчас рыбку дам. Все косты должны быть сбиты. А, тактика... Ты издеваешься, что ли, Лев? А? Издеваешься, что ли? Нужно больше тактики. Над кем? Бьем босса и все. Копье летит в сторону, отбегаешь, метка кинулась, назад бежишь. Все, это все, что нужно. Да копье шлепнулось, встаешь туда, и сейчас всем крестики разбафаю. Встаешь туда и дамажишь еще больше. С агро, пожалуйста, поаккуратней. Если вы сорвете агро, танков больше не наберет. Приста баф, пожалуйста. Приста не хватает. Хлопнула всем. Так. Так. Сейчас отвечу. Фобию и все. Так это же изи, это же зерк называется. Персну, морг. Морг тут.
двигаться, по крайней мере, начал. Все, все готовы, пойдемте. Четыре человека на РНЖ, все остальные 6 миллизона. Иди в сову, Мак. Морг, зайди прямо во фрейм, пожалуйста. Угу. Так, все, раз, два, три, четыре, четыре на РНЖ. Агри Войд. Зачем стоять в разных местах? Нет, нет. Ты, пожалуйста, все. РНЖ метка. Пас. Кирилл метка. Каст. Метка. Паша. Файер сноу копьё. Каст. Кирилл метка. Олег. Добивайтесь. Молодцы. Так, ребят, так как невозможно запустить обычный режим, и никакие стены, естественно, мы сделать не сможем, хотя знаю, что многим нужна эта ачива, но пока не починят, ее не получить. То есть, если мы ее будем делать, взрыв одного даже трэша может просто ваншотнуть нам весь рейд. Так, смотрите, ребят, делаем плюс ноль, так как у меня, к сожалению, нет спека ДД, будем делать два танка, два хила. А есть те, кто не знает тактику, либо знает ее плохо? Только скажите, пожалуйста, что все знают. Я не хочу так объяснять вообще. А может, я владыка? Да чё? Нет. Будете танчить вдвоем. Аня и ты. Смотрите, так как у нас два милика. Ребята, вот от вас вообще тут, конечно, толку мало. Я не знаю, кидай маковый морг, ладно. Женя, там тоже какой-нибудь херовиный бей. Просто вот тут получается как два вагона. Так, смотрите, по порталам. Слепсон, Ликс, ну, естественно, Паша, Бендер. Фаерсноу, Кенжи, больше у нас РДД нет. Вам придется идти в портал. Что ой, касается... Да сиди ты уже, господи, как... я не могу уже. Смотрите, пожалуйста, на мини-карту. А, дальние порталы. Кирилл, дальний левый портал твой. Олег, ближний левый портал твой. Кенжи, дальний правый портал твой. И Паша, ближний правый портал. Все запомнили свои порталы? Да, погнали. Задние порталы идут Лок и Шипы, ближние порталы идут Сова и Маг. Как только туда зашли, ну, Пашка, сам знаешь, что делать. Опять-таки, живите там, возможно, нужно будет там щитманы на себя накинуть, Олег. Ну, там тебя, если что, подхилят, и Кирилл, и Сова. Ребят, попробуйте, пожалуйста, перевести за одну комнату. Если мы не переводим за одну комнату, то не вижу смысла вообще тратить. Ребят, у нас здесь не остается вообще РДД. Я не знаю, как мы будем бить большое щупальце, поэтому, ребят, возможно... Возможно. Вам придется, когда вы выйдете из комнаты, еще помочь залить нам большое щупальце, потому что у нас два вагона будут либо топорами там с РНЖ бить, либо еще. Я просто не знаю. У нас просто, ну, некого посадить. И некому успеть. Погнали, погнали уже, там разберемся. Так, ребят, смотрите. Все стоим в трусиках. Ну, а Морг успехнуть в БДК, я пойду на какого-нибудь... Не будем перезаходить. Не будем перезаходить. Гаргу достаточно большого, нормально. Уже запустили. Хорошо, пойдемте. Какие смолы. Постражи, а? Никто не... Не лагаешь, не слышно. Пало там делать. Стражи агрится, нет? В смысле агрится? Агрится? А, ты по поводу того, что багалась, да, теперь агрится, починили. Нормально. А тактику можно? Прекратите издеваться, я так устала, я не должна была ролить эту трейлер. Нормально. Трэш в рейде не заливаем?
Теперь нормально слышно? Да. Делать на третьей фазе за протопала. Кайти тоже. Между цепочками, короче, вот этими двумя, где мы начинаем. Вот там будешь боком, Ань, ходить, боком, не останавливаясь. То есть, если ты остановишься, да, встанешь и попробуешь их танчить, тебя ваншотнет. То есть, ты все время находишься в движении. Все время полубоком их подагриваешь на себя. Поняла? Поняла, но это плохая идея. Повернешься спиной, ваншот. Повернешься лицом, ваншот. Остановишься, ваншот. В смысле, нет, повернешься лицом, просто отнимается здравомыслие будет. Полубоком бегаешь, танчишь. Все, развернули жопой, по бокам. Все, ждем щупальца. Все диспелим, ребят. Все диспелят. И друид, и ШП, все, и все диспелят. С пактом, пожалуйста, поактивнее сбегайтесь. Что еще пальцы РДД сзади? Спасибо, Паша. Целуйте Сару, у кого отчего нет. Такой вот разлагающий, и его надо хуярить. Ролла РДД бейте, пока в комнату не ушли. Да, не отошли все. Аню схватила маленькая. Женя, иди бей. Хорошо. Ребята, готовимся РДД заходить в свои порталы. Вставайте уже поближе. Полоск. Да, пожалуйста, где ты? Диспальте, пожалуйста, все. Давайте к своим порталам. Черепка отойдите. Задохнитесь собственной ненависти. Побежались. Сноу и... Лимон, иди с Fire Snow, куда тебя он поведет, туда и иди. Все, 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 все. Заходи. Лучей, отошли от зеленых. Милики, бейте. Бегитесь, луч, луч, сбегитесь. Беги, луч. Бегите резче. Пошли все на большое. Все на большое. Бегите вместе, квадрат. Все большое, бегите тоже. Ребята, переведете за одну? А ну встань, милики, бейте. Да. Татушки, аха, хорошо, молодцы, давайте быстренько, пока встанем. Бейте, 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 вы сейчас вообще сливайте все бурсты, вы милики не будете бить босса все равно. Пока встань, стоит, нужно залить, пока они в комнате. Все, выходим. Добейте щупальца. Да, дотки хотя бы накидайте. Все, собирайтесь перед лицом босса, ребята, я скажу, когда рост. Эти трэш-танки. После этого взгляды безумца рост. Вот после этого. Рост. Пожалуйста, не сак. Тяня, молодец пока. В том же духе. Больше 50 не отворачивайтесь. Бейте пока рост. Как можно больше нужно боссу снести. Лимон, живи. Танки, угу. Как только рост заканчивается, на взгляды безумца отворачивайтесь. Хорошо, хорошо, нормально. Нормально. Мар, бей бомбов. Уменьшаю. Хорошо, хорошо. Танки, не отходите от хилов. Трэш, с меня. Давайте немножечко осталось, поднажмите. Сейчас еще и бессмертие забабахаем. Ой, молодцы будем. Сколько там хп у него? Чуть-чуть, не вижу сейчас. 400к. А, ну да его. Че, пиздец. Все, молодцы. Видите, она же бессмертие. О, щупальца. Где моя тлиня, блядь? На танке. Сука. Рецептик выпал. Уж.
красивый меч. Блин, тоже такую хочу. Двуручка, он мне трансмутирует. Мне нравится, он еще и заспинный. Заспинный. Как Глора. Ну, не на поясе, да. Так, ребятки, все молодцы. Всем спасибо. Портал.